конечно. Ну, пожалуйста, русский, тряска, точка. Охуенные здесь настройки, конечно. Это точно я ту игру скачал? Да, да, да. Не парься вообще. А хули опять русский ставь. Что-то на английском. Я жил новую играю. Там, кстати, без разницы. А, нет, вообще-то есть. Значит, просто играть. Да, есть. Не понял, что, сразу, что ли? Это мой подъезд. Пока посмотрите, как меня качает сейчас. Прикинь, Санёк, это не дед там шатался, это камера шаталась. У тебя такая же ржавая дверь получается? Честно. Нет, вход чуть-чуть отличается. Бля, вот на Санька похоже, вот прям походкой. Оп, оп. Я тоже приступаю к креслу, А, нет, ты потом увидишь, что на Санька не похож. Ты же давно видел мою походку, да, Данил? Я про свою. А, вот так, оп, оп. Оп, и по лестнице так же, оп, я иногда понимаю. Потому что настроенный. Проверка на координацию. Подожди, так страшно бегает по лестнице вверх. О, это SCP лестница мне уже напоминает. А и тут мусоропровод, да? Да, да. Нихуя нет. Только его тут нет. Пидорас. Чё ты там деда зажало? Да по лестнице подчёртывают, в темноту ты любишь ходить, да, наверное? Что было реально? О. Тему, кстати, стулик надо тоже поставить в подъезде у себя. Там кровь. А чё меня шатает уже? Мне плохо или чё? Ну, тяжело по лестнице подняться было до шестого этажа. Вот, ты к Саньку в квартиру сейчас зайдёшь. Вот туда, вот это тупо мой предбанник. Да сраный. Открой. Потом к ним надо будет постучать. Серьезно? Да. Это хлебница, смотри, справа. Ну, такие портреты, я, конечно, думаю. Слева. На стене. Да, да, не лупнули. На стене слева хлебница, сзади. На стене слева? На стене слева. Да не хлебница. Кстати, неплохо. Сань, ты что, в коммуналке живешь, получается? А какой коммуналки, Данил? В смысле коммуналки? Ну, типа, она так стрёмно выглядит, конечно, эти квартиры. Вот справа, да, когда так, ты купишь, Данил, это прям моя квартира, такая же. Ну, вот, точно такой же ремонт у меня в квартире. Вот, смотри, слева, слева раковина. Вот тут, где ты стоишь, корм стоял. Да, да. Да и там моя раковина. Это обои сдули, что ли, типа, снизу? Квартира, да. Моё. Ты чего гавкаешь-то? Квартира очень, типа, очень маленькая, смотрится так. Да. И коридор не такой длинный, слушай. Кажется, у меня длиннее. Ну просто кажется так просто. Да не, мне кажется, раз, то же самое. Два, три, четыре. А, я сейчас пойду тоже померяю. Шесть, семь, восемь. Шагов. Это 8 метров. Ну и шагов, ладно. 8 шагов. Данил, заходи в мою комнату. Я так вальяжно еще иду такой. Погоди, в зале свет включи сначала. Не пойду туда пока. Чё? Ты боишься? Там ничего не будет. Вот тут. Это моя комната. У меня рассудок лучше считается. Ёбаный в рот. У меня, я помню, так же в туалете лопнула лампочка. Вообще-то у меня тут туалет, а не ванна. Да, там, кстати, перепутано. Видишь, прикольная комната. Балкона нету, кстати. Да, кстати, зал у вообще не так. Санька больше. Если не работает, то это важно, я так понял, что он не работает. Держи это в голове теперь всю игру. Будешь чинить телевизор потом. Да ты же... Зачем ты включаешь вот здесь свет? Вернулся в темноту. Это разбитое окно. А, нет. Нормально поставил? Я про это не знал. А меня пугает. Я думал, это разбитое окно. А это просто... Блять. А теперь прикинь, да, вот. Ладно, дед, отдыхай. Кстати, мне такая фигня как раз когда-то приснилась. Пиздец. У тебя персонаж темноту не любит. Я так обычно ночью делаю. Это Саня. Бедный Саня. Да, я, кстати, даже не видел. Когда я на видео смотрю. Да, Саня, что он такой высокий. Дверь не видишь? А. Другая. Блин, ты что? Вот-вот. Справа дверь. Справа. Да. Чего? Чего? Это что, кладовка? Кладовка. У Санька кладовки. Кто так делает, это же неудобно. Ну вот именно, вот поэтому присобачили сюда кладовку. Ну, у Санька и нету ее. Слышал, свет вырубился, как в фазмофобии. Не понял. Только что на эту посмотрел. На картину.
Он в своей комнате теперь стоит, где Санёк. Где-то Санёк? Я-то думал, это типа радио, типа раз, ручка, два, ручка. Квартира Санька. Да, конечно, радио. Радио в этой комнате, где. Ты заметил? Вставляй, давай. Ну, блядь! Подожди, я этого не помню. А, подожди. Глаза куклы. Ну вот и похожи на тебя. Те там другие. Там другие, да-да-да. Звездочка. Стой. Понятно, да, лакоморка и звездочка. Вот она такая огромная, сука, звездочка, ветер. А, точно. Уходи. Просто иногда кривой нос какой вообще. Да, наверное, нос кривой. Я просто в зеркало посматриваю. Да не трогай ты свет, пускай везде включен. Чё ты его выключаешь-то? Проверяю игру на прочность. Ты меня проверяешь на прочность. Телевизор не работает. Это где? Это дед. Это комната Санька. Это я стою. Бери альбом и уходи быстрей. Санёк пранкует. Прячься под деда. Прячься. Жди, дед сейчас пойдет открывать. Я что-то дергаю. Так, тихо. Вы что-то видите? Нет, поэтому и страшно что-то стало. Что? Комнату деда надо чекнуть. Он ее обосрал. Что-то неприятно. А, кишки. Мозги деда. Смотри, как дед кушает. Приятного поглощения пищи. Меня засасывает. Ну, постой, приблизь к нему. Повернись. Нифига себе, дед. Ай, блин, ты чё нахуй включи? Фазмофобия. Видишь? Он идет? Я не вижу. Нет, мне показалось. Ты свет можешь включить? Данила паника. В зеркало посмотри. Ладно. Ладно. Бери. Что это такое? Фонарик. Поближе подойди. Я дед. Только шорт. Белый футбол. Никто не хочет варенье. Дождь пошел красный. Блять, я слышал, если пойдет кровавый дождь, то Китай захватит мир. Видимо. Ой. У кого взять глаз? А что он тянется ко мне, я не понял. Он как будто. Или это меня трясет всего. Да это все эффект. Понимаю. Он левитирует, что я не знаю. А что у него в носу сигарета потушенная? Таракан. А, зайди в комнату деда. Санька, точнее. Увлечь. Примерно такая длинная комната у Санька. Теперь все реалистично. Теперь не реалистично. Нихуя, будем принимать роды. Блять, нихуя. Ебучий слушай. Очень веселый. Сука, ебучий я дверь нахуй. Ну-ка. Зеркало. Все. А. Нет. Вон. И слева куклы. Он не любит свет. И надо свечки все поджечь в каждой комнате. Проверь еще раз. Ёбаный в рот, ты чё нахуй? Кто-то друг? Дверь не дает открыть. Сука, я сейчас тебя кикну, завали ебало. Влад, ты пойдешь КС? Нет. Потом надо будет зайти, зажать свечу и уйти. Александр Невский. Это Санёк. Хуя, да, дед.
Можешь тут прям тоже делать. Должен, паника, паника, паника. Че за паника? Ёбаный в рот. Реально. Опять началось. В окно посмотри. Блин, у меня уже голова кругом немножко от этих перспектив. Ой, я в этой темноте хера не вижу. Под кровать. Можно еще громче. Уфан. Где кукла? Не знаю. Ну это понятно. Что? Кто задул, блядь? Ты? Чел. Ты мёртв. Чел, ты. Потух. Потушились, да. Чего? Пиздец нахуй. Теперь ночью в туалет будешь ходить. Я, видимо, не выйду больше. Да, ну это дед. Это та фигня, что даже не закроешь. Закроешь стену? Да ну нахуй. Пусть заходят. В России просто же. По-моему, нас надурили. Да, дед такой-то не закончилось. Бля. Счастливый конец. Все? Вот этот хоррор прошел, а нормально. Он же не страшный был.